пришла к прямому шантажу зарубежных кредиторов. На сайте Минфина появилось официальное заявление главы ведомства. В нем говорится, что Киев может прекратить выплаты по внешнему долгу, пока кредиторы не согласятся на предложение Украины списать 40% задолженности. Это более 15 миллиардов долларов. Реструктуризация долга – необходимое условие для получения транша от МВФ. В противном случае Киев может объявить дефолт уже 24 июля.